Привет! Меня зовут Ди, и я представлю вам обзор казахстанских видеоклипов. И я обещаю быть максимально объективной. Субъективной? Да. Я очень старалась найти казахстанские видеоклипы на YouTube, но у них очень мало просмотров. Зато их очень легко найти по надписи «Суперхит» под видео. Первое видео, которое мы посмотрим, это клип Беркута и Аиши. Если Беркут ассоциируется с вокалистом группы Ария, то кто такая Аиша, даже Google не знает. Поступают звезды. Они едут отдыхать и заодно снимают себе клип. Видимо, Беркут и Аиша тоже решили стать звездами. Если бы это стихотворение читала Ахматова: «В твоей руке моя рука, плывут над нами облака». Как появился этот клип? Беркут и Аиша загорали на пляже. Рядом загорал болливудский режиссер. И тут Аиша потрясла глазами. Скажу вам по секрету, болливудский режиссер не остался в стороне. Клип Беркута и Аиши очень похож на клип Кати Самбуки. Только для того, чтобы его смотрели, им не хватает Кати Самбуки. Следующее наше видеотворение — Динара Саджан «С закатами и рассветами». Блин, что, опять на море, что ли, снимали? С первого кадра понятно, что у фотографа горизонт уже уехал. В самом начале Динара показала все 6 платьев, которые она купила на распродаже в Европе. Да, 6 платьев за 20 секунд, это мощно. Если у вас что-то не получается, лучше вообще за это не браться. Или заплатить хорошие деньги очень хорошему звукорежиссеру. Дорогие казахстанские селебрити, раз уж вы все равно снимаете свои видеоклипы на необитаемых островах, то предлагаю вам парочку сюжетов, чтобы ваши видеоклипы не выглядели так одинаково. Необитаемый остров, крушение самолета, селебрити, но артисту все равно удается спасти все свои платья. Первое. Находим местных аборигенов. Второе. Делаем отличную потанцовку, как у Бейонсе. С вами была Ди, подписывайтесь на наш канал, будем поднимать рейтинг казахстанских клипов вместе. Вместе.